Но заправка в том плане, что ты заправляешься, бензин улетает в трубу, как сумасшедший. Я не знаю, там парами, что ли, заправляют его. Ну, там был баками разобрались. Да, вот туда езжай. А, стоп, стоп, там 92-й. А, вот за таксистом вставай. Вот, вот туда уходи. А, вон, а, сотку, а, вот G-Drive заправим, 95-й. Ребят, вы, кстати, пишите по поводу моей прически. Я сам себя постриг. Сзади ужас. Ну, Сашка не хочет почему-то стричь меня. Кофе взять тебе? Конечно. А потом я как бы здесь. Сейчас, секунду. Сейчас, секунду. Добрый вечер. Добрый. Жена, подъедет полный бак 95-й, хорошо? Добрый. Спасибо. Забрав меня 25 литров, по покупке стакашки кофе в один джейс на 2 рубля с литра. О, спасибо. Слыхали, нет? При заправке 25 литров бензина скидка 2 рубля. Ребят, ради этого стоит заправляться на Газпроме. Сейчас полный бак, 50 евро нету. У меня, кстати, тоже полный бак, сейчас я немножко солью. Блин, как бы это так сделать, чтобы вы потом не писали, что Кузин... Неприятный тип и ходит в туалет при нас. Давайте, здесь елки-палки. Ладно, ребят. Обсудим, ребята. А вы жалуетесь на правительство на наше, на Газпром жалуетесь. Охренели, что ли? Вон, да, такие скидки делают. 2 рубля добавляют. Тарай-ра-ри-ра-ра-рай. Гори-гори, моя. Чуть камеру не поднял высоко. Гори-гори, моя душа. Сейчас бы поднял бы, сейчас увидели бы все. Мужей своих побросали бы. Вы что, девчат, прикалываетесь? Простите меня, пожалуйста. Ужас, ребят, ужас. Ты же не ссышь. И туалетную бумагу для друзей покупаешь. Ужас. Ужас. Стыдно, ребят, очень стыдно. Красиво, очень красиво. Здорово. Добрый. Добрый. Так. Мне 200, а нет, 300, дадите, я пока этот налью, у меня первая заправляется. Первая, да, ага, да, первая. Что говорит? Сироп добавлять будем? Ну, сироп добавим какой-то, да. Какой сироп? Ну, ваниль, не ваниль, а этот... Есть карамель и шоколад. Карамель. Бискум, классно ты Сашку облил. После дома, да. Ребят, вы что, невменяемые? В туалет я сходил. Все такие моралисты, я вот смотрю, вот, вот читаю ваши комментарии, ну такие моралисты стали. Боже мой, в туалет он сходил. Юг пора сыпать. Сахар нужен? Сахар? А, один пакетик. Спасибо. Домой едем, домой. Они не купили, а свою забрали. Свою забрали, ребят. А что у меня жена пьет? Латы, по-моему, да? Латы. По-моему, латы, да. Не трогай лицо руками. Хорошо. Не буду. Еще лицо чухаешь. Ну, я же руки помыл, ребят. А. Поддерживаю. Блин, а я ем. Ну ничего страшного. Сколько литров джа? А я не знаю, сейчас я посмотрю. Что за причём? Да не знаю, сам себя постриг. Взял машинку и постриг себе. А что он не льется? А, на галочку еще. Жень, как спорт? Нормально спорт. Сегодня не бегал. Вчера бегал, сегодня не бегал. Сегодня поехали за машиной. Да так все нормально. О, чудеса.
Сашина машина или твоя? Тебе какая разница? Первая? У меня первая. Не льется молоко? А? Молоко не льется? А я не знаю, это должно литься? А, нет, не льется. А, нет, смотри, что это дело происходит. Без молока сегодня, как говорится. И понос так золотуха. Так, сколько там надо это за заправку? Первая. А то, как в машине сделаете, сколько? Молодой человек. Новая? Да, что там? Так, а сироп не налили. И сахар не дали. Латы. Латы? Да. А вы хотите туда к 300 еще 200 добавить? Да. Так, а если молочка там, нету? Там 100 грамм есть, там нету даже 100 грамм. А вы зачем подошли, женщина? Она как лучше хотела. Вот сколько? Я же знал, молодой человек, а то тут в машине. Нет. Еще чуть-чуть посчитай, а такой кухню найдет и положит. Положено на 10 сейчас. Да. Первое, да. Первое, что 95 3748. Ага. Латте будет, да? Кофе, да, латте. При покупке кофе, сипиан топлив, дорого съесть. Угу. Общая сумма 3871. Нету. Так, и что там? Ну, все равно полбокала. Ну, я же вам говорю, молодой человек, вот я вам дал стаканчик, тебе налить их на той машине, там налить нормально. Вот с этой стороны. Ага. Я не просто. Ну, она классная, что она подошла, она же хотела как лучше, понимаете? А вот, а получилось как всегда. Помочь хотела. Помочь хотела. Ладно, не ругайся, она ж помочь хотела. Как лучше, все нормально. Спасибо вам большое. А, все, понял я. Оказывается, не помыто. О, здесь молоко с двух этих льется. Двойной струей. Узнают? Ну, конечно, узнают. Узнают. Конечно, знаю. Лицо у меня спившееся. Наоборот, стал заниматься, не знаю. Похудел на 3 килограмма, кстати. А, на 3, на 300 грамм. Вру. Все, спасибо вам огромное. На здоровье. Понеслась халтура. На, жена, очки убери свои. Ключи убери оттуда тоже, лапонин, чтобы поставить. Нет, давай, а ты, мы дома не можем это сделать? Ты сейчас хочу. Ну, давай. Давай только с заправки. А, ну хотя, стой пока. Ребенок до сих пор без имени. Нет, есть имя его. И имя ему — ангел, спустившийся с небес. Бенз G-Drive, да, Кузи норм, мужик. Тебе дают порулить? Ну, очень-очень редко. Ну, я на коленках у Саши сижу, она все равно снизу подруливает. Иногда пытается сигналить, но я не разрешаю, по рукам даю. Да, руки все отбиты. По сигналить-то мы любим. Люди, наверное, не видели спившееся лицо. Я не знаю, ребят, почему вы пишете, что у меня спившееся лицо. Я, наверное, да, но я просто немного поправился, но дайте мне немного времени, совсем чуть-чуть, и мое лицо изменится, и я наконец-то начну вам нравиться. Вот, а пока уж, ну, переступить через себя и как-то так, один глаз прикрыв, вторым смотрите на меня. Но настанет момент, когда с широко открытыми глазами вы будете восхищаться мной. Ну вот. Анжела имя. Ну, рядышком.
ни одной буквы нету в имени нашей дочери. Женя, у вас сыночек Саша или доченька? У нас сын. Самый любимый, красивый. Жень, прическа, ребят, Даночка. Каждый увлекает себя чем может. Жека, все норм, ты хороший, отличный. Спасибо огромное, ребят, спасибо большое. Спасибо. Сейчас еще надо... Саша, ты супер, нечего давать слабину. Все правильно, пусть это меня держит, как говорится, в уздечке. За уздечку. Знакомство с ковриком, да. Почему не отвечаете? Не знаю, не нравится мне твое лицо. Красавчик, красавчик. Прическа супер. Спасибо, Надя Сам 61. Спасибо огромное. Жень, ты супер муж. Да, да. Ну что, мы едем, нет? Спасибо, Зиля. А можно на мой вопрос ответить? Я уже второй раз подряд ваше сообщение читаю. Вы то возмущаетесь, что вас не читаю, то пишите, можно ли на вопрос ответить. Вы уже напишите вопрос-то. Александр, привет. Привет, Искра. Как казино, Абис? Без понятия, я уже этим не занимаюсь. Кузин, кадр, красава, Тюмени, привет, тебе не болею. Спасибо огромное, класс. Короче, я же недавно на позапрошлом эфире запустил мульку, что у меня там есть мой марафон, где я рассказываю женщинам, как им нужно жить в этом мире, чтобы не упустить мужчину. А вот. Ну и значит, конечно же, этот марафон, он платный. Но вы не поверите, после этого эфира мне пришли сотни сообщений, просто девочки стали писать о своих проблемах. Я говорю, девочки, это же не так все происходит. Вы должны купить марафон, в котором я все это буду рассказывать. Неужели вы думаете, что я буду тратить свое время и бесплатно все это делать? Да. И они вот такие мне статьи пишут. Я вот как-нибудь я сделаю эфир, где буду читать это все. Но без имен, конечно, в городе Н некая Тамара и Николай. А вот. Ну, там истории, конечно, умопомрачительные. Вот газета «Спид.Инфо» раньше была, вот там такие истории писали, там где-то в середине. Они перевернутые были, если кто помнит. Главное, простота и легкость в общении. Да, Жень, сохрани эфир, пожалуйста. Сохраню. Да, давай, Джек, респект, я не девочка. Все, понял, Вася. Блин, а как у Алекса аккаунт подписан, забыла? Хватает терпения. Кузя, вы такие клевые балды. Ты же забыла, сейчас голова болит. А где? А как посмотреть? Значит, оставь телефон, сохрани текст. Текст сохрани. О, помню, дядя читал вечно. Привет с Канады, привет, Канада. Привет из Кишинева, привет, Кока-Кар. Че не едем? Хозяйка вон сидит на перине. Новороссийский жаришка. Ну вот мы хотим в Новороссийск уехать. Хотим поехать в Новороссийск. Крым, привет большой. Большой привет Крыму. Нижневартовск. Отсутствие чувства юмора, катастрофа. Ну для кого как, да. На каждый товар найдет свой купец. Знаете, а есть женщины, который вообще считает, что мужчина не должен шутить, и мужчина должен быть серьезным. Вот. Ну, вот они находят друг друга, они сидят друг на друга, смотрят, изредка разговаривают. Вот. На сколько дней, не знаю, не на дней, я думаю, что на месяц-полтора точно. Я сама читала спид-инфо, тогда еще интернета не было, всему. Да. Была там такая статья «Перевертыш». Там такие истории рассказаны, знаешь, как там мать вводила сына 7-летнего в баньку с подружками. Потом подружка родила неведомую зверушку. Сколько вышла химчистка? Химчистка 20 с чем-то, 23 что ли стоила, или что-то такое. Ну, у нас, скажи, прям, завтра-то было настолько... Дочь, ваша радость для глаз. Сразу детей захотелось. Шустро сообразительно. Не подрались на самоизоляции? Нет, еще не подрались. Ну ты что, я наваляю? Тёмочка, нам ехать надо. Лапуль, время 12 час. Одна секунда и едем.
Я просто, у меня, короче, у жены есть такой прикол. А ладно, жена у меня классная. Вот. Вот, да, я не люблю это делать. Вообще считаю, что вся какашка, которая происходит в отношениях, она должна происходить в отношениях. Вот, это сугубо личное дело. Никогда не жалуйтесь на своих жен. Хотя я могу книжку написать о своих переживаниях и мучениях. Но не буду. Саш. Последний штрих. Навигатор включай. А как работа, если уедете? Да какая, ребят, у нас работа дистанционно. Мои все корпоративы, которые перенесены на август, я не знаю, с мая. Вот. У тебя же свободная полоса вот эта. Да откуда я знаю, может, тут хочет на мою полосу. Да кого хочет? Пристегивайся. А, сейчас, секунду, ребят. Это буйно. Не надо газовать. Не газуй, 160 скорость. Чуть-чуть тише, пожалуйста. Голова раскалывается. Кофе вот твой. Слушай. Буйнова туда, вместе с его этим. Жень, сейчас на Ленинградке тебя высажу. Я не люблю эту музыку, мне эта музыка не нравится. Да, конечно. Ты фанат Буйнова, сидит, да, рассказывает. Постоянно на его странице зависаешь. Хотела еще комнату всю эти плакатами обклеить Буйнова. Сидит тут перед вами, чешет, рассказывает. Заедете, Сантехрус? Нет, не заедем, потому что у нас ребенок надо укладывать. Поздно уже, Сантехрус, с удовольствием. У нас 12 ребенок ложится, нам еще заезжать в магазин, еще надо подгузники взять, еще поросенку надо что-то вкусное взять. Она же не уснет, пока рульку не стрескает. У нас еще, кстати, замаринован этот, сейчас на гриле быстренько сделаю. Курка. Курочка, да, на гриле. Я, значит, обманываю. Кстати, хрус, скажи, колбаска ждет. Обманываю себя и типа, ну, это ж курица на гриле, это ж не жареная, можно. Ну, вы поняли, да? На диете я сижу. Правый руль нет, зеркалит же. А, кстати, кольца нет у меня, видите? Два дня, сейчас приеду, одену, надену. Ну, два дня, это не обижает. Два дня, я не ради тебя это, Саш, говорю, я с людьми разговариваю. Не обижает. Опух палец. Ночью, кстати, просыпаюсь ночью, не могу понять, болит палец, кольцо. Серьезно, малышка не спит? Не, у нас тусовщица, в 12 спать ложится. Кстати, знаете, что последнее время Саша стала делать? Она... У нас душ, и она ходит под душ, сейчас берет малышку, и вместе они купаются. Она такая счастливая, довольная, ей так нравится.
Вот, с мамой под душем. Давайте, жду, накидывайте. А если выскользит из рук, а если то, а если то? Если дело касается специального там геля, да, или крем, шампунь для ребенка, то уже прихожу я и держу ребенка, и Саша моет. А вот. Сколько лет в браке? О, да хренище, столько не живут. 5 лет уже. О, ты помнишь, хитяра был? Я в школе училась. Прости меня, я просто сейчас кассету выкину эту в окно. Вот. Невозможно. Ты какую-то блевотню слушаешь. Жень, какая просто... блевотня? Это мое детство. Саш, какое? Где у тебя детство в том году закончилось? Слушай, дурдомом старым был, когда этот хитяра был. Саш, под этот хит твои родители познакомились, понимаешь? Да, конечно. Просто невозможно. Просто невозможно. Вкус отвратительный к музыке. Жень, ну посмотри твой плейлист. И посмотреть мой плейлист. У меня постоянно девчонки спрашивают, это что за трек, это что за трек. Да ладно тебе там. Я не помню, у тебя спрашивают. Девчонки у тебя спрашивают. Да, конечно. Три бедолаги. А у тебя одни эти матюки какие-то сплошные. У меня матюков нет. Девочки были на моих эфирах. Матюк, ни одного матершиного слова. Постоянные матюки. Ты руки вверх, понимаешь, меня еще не зачали. Ребят, кто, в общем, думает, у кого, кто сидит на деньгах дома, на больших, там где-нибудь в области. Да, вот, пожалуйста, Москва-Сити. Сейчас там хит продаж просто, там квадратный метр 800 тысяч рублей. Хит продаж просто, акции скидки, я их называю. 800 тысяч рублей, это получается 10 квадратных метров, это 8 миллионов, ребят. Поэтому налетайте, налетайте. Потом спасибо скажете, Женек, спасибо огромное, не знали, куда... Луна полная. Не знали, куда деньги деть. Покажи ребятам, пусть хоть небо увидят. Этажи цветные, цокольные, светящие. Да не надо им это, зачем им это надо? Москва-Сити, что ли, не видели? Кто-то не видел, кто-то мечтает увидеть. Здесь люди разные. Если бы я в Луганске жила, сейчас бы мечтала увидеть такое, конечно. Хотелось бы сюда поближе. Ну, это я по себе так рассуждаю. Скажи, ты красиво. Дочери нашей 7 месяцев. 19 числа будет 8 месяцев. Время летит, конечно. Она как этот у нас растет, знаете, в сказке о царе Гвидоне, когда его в этот посадили в бочку и пустили по морю. Вот она у нас тоже растет не по дням, по часам, каждый день что-то. И так удивительно наблюдать за ребенком в том плане, что у нее что-то сегодня получается новое, и она это боится делать, но потом в какой-то момент она все происходит некий апгрейд, и она усовершенствует, грубо говоря, там, начинает ползать. Да? Сначала она встала, потом она начала назад ползать, только потом вперед. Машина, не знаю, песком, наверное, посыпают, чтобы не скользко. Кстати, завтра надо поехать, что резину поменять на линию. В смысле поменять? Ты сказал, что у нас резина поменяна. У нас зимняя стоит, Саш. Ты что вообще? Когда я поменял тебе? Чего? Ты чего? Серьезно сейчас? А у нас же летняя. Ой, зимняя сейчас. А когда бы я поменял? Правее, да? Да, Саш. А когда бы я поменялась? У нас машины месяца не было. Я просто помню, ты ездил и менял. Я поменял с летней на зимнюю. Я не менял резину. Мы же в Москве живем. Сегодня 23, завтра минус 15. Обожаю Сашкину реакцию, обожаю ее. Просто на разрыв. Да ты обманул меня. Держите. Она у меня такая малыха, она всегда удивляется всему, знаете. Жень, мне так жарко, я уже кондёр врубила. Они, походу, это отключен. У тебя выключено все, да. Я не могу понять, чем не работает, жарко. Точно. Мы с Сашкой 30 км в час едем. Жень, ну посмотри, везде камера натыкает. Все правильно, я же, послушай, я же без возмущения. Меня спрашивают просто, с какой скоростью. Я говорю, 30 км в час. 60 км ездим. 60. Держите. На вторую переключились. Жень, можно подумать, тут сам бы тут летал. Ты посмотри, строй ты себе. Да я же тебе не подкалываю, Саш, меня просто спросили люди. Нет, ты попробуй поподкалывай меня еще. Отгребешь по самые неболы. Ай, не могу, а. Иначе я сейчас на газ нажму. Женя, сейчас только пятки твои засыпают. Ребят, у нас, кстати, правительство Москвы и Московской области выделило 472 миллиона рублей на разгон облаков 9 мая. 472 миллиона рублей. Парада не будет, но будет этот воздушный парад. Вот уже звезду установили. Смотрите. Вот нахрена, да? Сейчас, подождите.
парад военной техники. Тихо, воздушный. Саша. Как это нахрена? Память, чтоб помнили. Да, конечно. Парад нужен. Парад делать, чтоб помнили. О, вот, Москва, это... город-герой. В такое положение трудное. Лучше бы денег людям раздали. Тебе, например, да? Мне, например. Я просто считаю, я считаю, что людям раздавать деньги не в шуты за резкие движения. Я считаю, что людям раздавать деньги никому не нужно, а вот ветеранам помочь, пенсионерам, ветеранам какие-то изменить жилищные условия, прибавку сделать к пенсии. Ветеранов же очень мало осталось. Ну, точно. Санаторий отправить там, пансионаты куда-нибудь. Да, я думаю, Саня, они уже дома сидят, уже не двигаются. Просто какие-то жилищные... Ну, вот там, знаешь, у кого желание. Да. Ну, лихач какой. А почему Саша за рулем? Ну, потому что Саша за рулем. Нравится, захотела поехать за рулем. Моя машина, я хочу и рулю. Это ее машина. Это моя машина. Это моя тачка. Не, подожди, ты только орал, что это твоя тачка. Сейчас твоя, я что делаю, ты не могу понять. Типа, да, конечно, чешет. Сашкина машина. Да, конечно, что нет, хочешь сказать? Саша, посмотри, твоя, малыха, твоя. Женя, разведусь. Саша, твоя машина, твоя. Все. Еще открываю вам секрет, твоя, Саша. Открываю секрет правильных, грамотных отношений. Это относится что к женщинам, что к мужчинам. Говорите, всегда соглашайтесь, но делайте так, как вы считаете нужным. Жень, вот правду сказать? Скажи правду. Кто машину купил? Я машину купил, я тебе ее подарил. В смысле, кто машину? Чё? Знаешь, как это когда... Чё? А кто тебе машину купил? Ну, расскажи, пожалуйста, Жень, людям. Писюн, кто с Мактал ходил? По койкам шастал год, а? Чтоб заработать на машину. Вот скажи мне. Я не понимаю сейчас, какие койки, какие писюны, я не могу понять. Что ты несешь, Саша? Дома поговорим. Лучше бы не машину тебе подарил, а в санаторий бы тебя отправил, чтобы тебя подлечили. Мозги, может, правили бы на место. Давай, завтра же путевочку мне организуй, пожалуйста. Берите камеру. Ты смотри. Ты я заработала с непосильным трудом. Да уж, я тоже думаю, да уж. А что такое же? Не, ничего. Она считает, она у меня считает, что это вот все то, что она говорит, это очень весело. Это все здорово и всем смешно. Но никто, к сожалению, не смеется. Вот. Мне смешно, потому что это было бы смешно, чтобы я так работала. Мне смешно, конечно. Иди, камера на ответ. Люди разные. Странно, в общем. Ну, я думаю, что это связано с изоляцией, вот. Заканчивай эфир. И с отсутствием чувства юмора. Сейчас закопаешь себя, дальше нет. Чего ты, Саш, я не могу, что с тобой происходит? Объясни мне, пожалуйста. Заканчивай. Ну ты, вот ты... Я в своей машине... Ты вот так... Я ты, в своей машине хочу... Сейчас я говорю. Вот ты сейчас вот так разговариваешь со мной. И вот. Ну для чего ты это делаешь? Плохо разговариваю, что? Нет, ты объясни, для чего ты это делаешь. Нет, что-то не нравится? Чтобы мне в три раза щелкнуть тебя, и ты, бедно, упрешься в руль головой и не поднимешь глаза. Ты чечу не нравится. Нет, ну я тебе объясню. Что тебе не нравится? Ну ты какую-то ерунду несешь просто. Грубость какая-то. Какая грубость? Ну я не знаю, если я... И страшно еще то, что ты это не признаешь и не понимаешь. А и что считаешь, что это нет, что опасно, что я должна признать? Ну я тебе ничего не буду обосновать, если ты не понимаешь ничего, Саш. Что ну, я буду так, тебе если не понимаю, пережевывать? Я тебя спрашиваю, пережевывай, разъясни, в чем дело? Не знаю, что, Саша. Выпендривается, да, выпендривается. Ну, перед вами, выпендриваться не могу, еду за рулем, ну дайте повыеживаться. Краской пахнет. В машине через этот, через кондиционер запахло. Весной или ацетоном, или чем, не могу понять. Весной. Ребят, ну, мы не ругаемся ни в коем случае. Вот. Нет, Женя ругается, Женя хочет важность показать. Он хочет показать, что он доминирует надо мной. Хорошо. Знаете, вот он как сказал, да, минуту назад, что вот обязательно согласитесь, поддержите. Вот, я последую Жениным примером. О! В общем, ребят, буду заканчивать эфир, я говорю еще раз, повторяю. Еще раз повторяю. Я буду заканчивать эфир, потому что я начинаю внутри закипать, но в любом случае, слава богу, мой опыт жизненный помогает мне себя какой сдерживать. Какой опыт, я тебя умоляю. Все, всем пока, спасибо огромное, что были со мной в этом эфире. Эфир посвящается тому, как не нужно себя вести. А еще Артем она сосала на машину. Вот зачем вот это говорить? Вот объясни мне, пожалуйста. Нравится мне так. Ты что, дурная, что ли? Ты мать, у тебя ребенок. Что ты несешь? Да отвали ты от меня, дай мне покайфовать. Вот убери свой телефон, вот правда. Я хочу ехать в машине, удовольствие получать. Ты меня затрахал уже, правда. Убирай свои фирмы.
свой телефон перед носом. Я не еду, не могу музыку.